13 серии второго сезона сериала «Реализация». Саша Громов, бывший боец спецотряда «Гром», женат на Тане Нестеровой, которую он спас от бандитов. Громов занимается воспитанием сына, но хочет снова вернуться на службу. Нестерова не возражает, чтобы взять поличным вертолет. Красавец внедряет в его банду бездаря с легендой, что тот киллер и готов выполнить любой заказ. Проверяя бездаря, вертолет заставляет его убить человека и снимает это на камеру. Красавец ищет способы помочь своему оперу. Громов возвращается в отряд, но перед началом службы ему предстоит проверка. Красавец решает найти труп человека, которого убил бездарь, и перепрятать. Для этого он находит сидящего в СИЗО помощника вертолета Брагу и предлагает сделку. Но Брага отказывается сотрудничать с полицейскими. Посмотреть очередную серию вы сможете 11 февраля.